Здравствуйте, я Виктор Княжев, мне 31 год. Родился я в Липецкой области, в Воловском районе, село Гатище. Такой настоящий деревенский я парень. В 2014 году окончил Санкт-Петербургскую государственную театральную академию. В этом же году принят в труппу Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстоногова. Играю во многих спектаклях. Можно зайти на сайт и посмотреть, в каких именно я участвую. Их очень много. Перечислять не буду. И очень интересны все спектакли. Советую посмотреть. Вот. В кино снимаюсь, но не очень много, потому что я очень занятой артист. Сами понимаете, как бы много ролей. Вот. Но сниматься хочу. Что еще рассказать? Хотите, расскажу анекдот? Вот. Я думаю, на всех пробах. Подожди, зачем ты выключил анекдот? Не выключал? Анекдот. Значит, представьте, синагога, и приходит в нее ревизор. Находит главного человека и говорит: здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот у вас свечки горят, значит, и потом они, значит, тлеют, а воск куда вы деваете? Как куда? Ну, собираем, потом...